Ребята, всем привет! В общем, сегодня я снимаю видео в 7 часов утра. Так случилось, что я встала сегодня в 6, поговорить с родителями по скайпу, и мне написала девочка и говорит: «Ксюша, что ты посоветуешь нам на первый тур?» А я понимаю, что я забыла снять видео, действительно, как пройти первый тур. В общем, я не скажу ничего особенного, но я скажу одно. Будьте в себе уверены. Когда вы идете на тест, ни в коем случае не пейте никаких успокоительных. Итак, что же я вам посоветую? Первый тур — это тест с 16 вопросами на... Первый тур — это тест с вопросами по грамматике. Если я не ошибаюсь, там 16 вопросов. И также в этом же туре есть текст и, по-моему, 5 вопросов по этому тексту. В описании есть сайт Flex с пробными тестами. И, значит, вы там можете пройти его. Там, кстати, выставляется время. То есть 7 минут, так же, как и у вас на вашем тесте будет. Не думайте, что текст будет такой же самый, как и у вас будет на тесте завтра. Так как это всего лишь пробный тест, поэтому если у вас есть время и желание, вы можете себя проверить, свои силы, сделать этот тест, просто посмотреть. Он несложный. Что же я вам посоветую, это в первую очередь собраться. Ни в коем случае не переживать. Ни в коем случае не пейте валерьянку или любые другие успокаивающие средства. Это расслабит ваши мозги, и вы не сможете нормально сосредоточиться. Лучше немного поволноваться. Да, это достает какое-то свое удовольствие. И просто расслабьтесь. Будьте самим собой. Всегда, всегда, в любой ситуации будьте самим собой. Флекс это приветствует. Итак, если вы прошли первый тур, то я вас, конечно же, поздравляю. А во втором туре у нас 2 сочинения. Обычно они на жизненные ситуации, как бы ты поступил или как ты поступил. К сожалению, я не могу вспомнить, что у меня было. По-моему, был вопрос «Вспомни ситуацию в течение последних 2 лет, когда ты был очень зол». Или наоборот, когда ты был очень добр. Я помню, что я написала, но я не помню, к сожалению, точный вопрос. Поэтому прошу за это прощения. И, возможно, если вы в прошлом году участвовали, и вы помните, какое было задание, пожалуйста, напишите мне в комментарии, мне очень интересно. Я желаю всем вам удачи. Будьте умничками и умниками. И у вас все получится, я вас верю. Пишите мне, пожалуйста, кто прошел, и как все было, и как вы себя чувствовали. Я сейчас в предвкушении и вспоминаю себя в это время, как я писала. И я вас верю, все у вас получится и будет хорошо. Спасибо за ваши просмотры и за ваши комментарии. И я действительно очень рада и чувствую, как... Я чувствую вашу поддержку здесь, так как я не знаю, я не думала, я не ожидала. И мне очень приятно, что вы пишете. Иногда, если я не могу ответить вовремя, вы меня простите, у меня просто иногда не хватает времени. И я вот сейчас это видео для вас специально снимаю, и очень холодно, еще утро. Поэтому до скорых встреч, еще увидимся, и удачи на первом туре. Пока!